Вітаю всіх, в ефірі «Харт» з Влащенко. Підписання контракту «Газпрому» і «Угорщини» спричинило великий скандал, а Путін заявив про червоні лінії стосовно України. Про всі ці події та про інші події будемо сьогодні говорити з нашим гостем Євгенієм Мураєвим. Політик та громадський діяч, депутат Харківської облради двох скликань, народний депутат України 7-го і 8-го скликань, юрист та економіст за освітою, прихильник децентралізації та розширення повноважень регіонів. У 2019-му був кандидатом у президенти України, організатор змагань зі спортивних бальних танців, а також автоперегонів, в яких сам брав участь. Євгеній Мураєв, гість програми «Харт» з Влащенко. Вітаю вас, Євгенія. Добрий вечір. Починаю з подій, як завжди. І почнемо з Німеччини. Да, Німеччина дуже для нас така знакова країна. В ній пройшли вибори цими вихідними. І ми останні 15 років говорили про пані Меркель. Зараз будемо вже говорити про іншу людину, тому що перемогли соціал-демократи з незначним таким хвостиком. Ну, дві партії фактично, да? Але соціал-демократи більше взяли. І Ольф Шольц, можливо, стане канцлером. Ми ще не знаємо. А ми знаємо, що це та партія, яка симпатизує Росії. І, ну, в принципі, вона завжди говорить, що вона за східну політику. Ну, во-первых, еще непонятно, кто сформирует коалицию в Бундестаге, да, и на самом деле... Ну, еще не дуже зрозуміло, але шансы велики. Разные альянсы, но дело в том, что Германия все равно будет жить своими прагматичными интересами. И, в принципе, Меркель все равно достаточно авторитетный политик и будет оставаться им, как бы кому-то не хотелось. И, по сути, будет влиять еще на политику и ее политическая сила. А видно, что они выстраивали достаточно прагматичные отношения с Российской Федерацией, ведь бизнес – это основной лоббист политических процессов, как бы там ни было. Вот санкции, которые были введены взаимно между Российской Федерацией и Европейским Союзом, европейские товаропроизводители и промышленные предприятия понесли огромные убытки. И глядя на то, как Украина, в том числе не сильно, бежит впереди паровоза и старается нормализовать ситуацию на своей территории, они требуют у своих политиков прагматичной экономической политики, ну, до речи, и возобновления, да, экономических отношений. До речи, подтверждение ваших слов, подписание контракта «Газпром», с которого я начала, и Угорщина, да, про поставки газа в обхід Украины. Да? Так обратите внимание, цинизм. Причинило же величезный скандал. А какой скандал? І, ну, Україна поскаржилася на угорців, європейські структури. І що? А їм сказали, да, там, а глава МЗС Угорщини заявив: «Я протестую проти цієї спроби втрутитися у внутрішні справи Угорщини щодо забезпечення опалення в зимовий період», ну і так далі. Дорогі українці, да, от смотрите, ми всі заложники своєї власті. Ну, в принципі, як і заложники всі народи своєї власті на території своїх стран. О том, что так будет, было очевидно. Это можно было предсказать. Я об этом неприкрыто говорил в эфире. Еще тогда, когда продлевался контракт о транзите газа, я говорил о том, что надо вести прямые переговоры с «Газпромом» о поставке газа на территорию Украины. Тем более нам давали скидку 25%. Учитывая то, что мы все равно торгуем с Россией. Если бы нам сказали, что вот мы ничего там не покупаем и ничего не продаем, было бы понятно. Но мы покупаем там ТВЛ, битум, углеводороды, группы огромных товаров, да, критичный импорт. Почему мы не можем покупать газ? Что такое энергонезависимость? Энергонезависимость – это когда мы добываем больше, чем потребляем. А если мы поменяли одного поставщика на другого, еще переплатили деньги и не имеем гарантированных объемов, то это глупо. И наша власть не сильно соответствует критериям, по которым мы ее выбирали. Смотрите, сейчас венгры подписали на 3 года договор. Цинизм в том, что там прямо в договоре прописали обход транзита газотранспортной системы Украины. Является ли это политическим давлением на украинскую власть? Не на Украину, я повторяю. Давайте разделять украинскую власть и Украину. То есть мы страна, а наша власть является заложником внешних... Вы имеете на увазе тиск угорцев самих? Нет, это давление «Газпрома», мы же понимаем. Угу. Мы же понимаем, что они так или иначе принуждают украинскую власть к диалогу. В том числе и по вопросам транзита газа, гарантированного транзита, который нам никто, кроме «Газпрома», гарантировать не может.
Но Зеленский пытался договориться с Германией. Меркель оказалась какой-то не такой. Он начал вести переговоры с будущими потенциальными канцлерами. Потом попытался получить такие гарантии у Байдена. И что? Ну, мы же вернулись опять к началу игры. Только наша переговорная позиция стала хуже. Потому что нас на что-то разменяли. И это не проблема украинцев. Украинцы надеются, что наш президент, наш премьер-министр, да, будут вести прагматичную политику. Не в поддавки играть, а не быть инструментом в руках там, Великобритании или Соединенных Штатов. А будут защищать наши интересы. Мы потеряли 2 года. Мы потеряли объем транзита. Я не знаю, как бы сейчас Россия не рассказывала, что цена на рынке газа в Европе колоссальная не за нее, потому что она выполняет все объемы. Но мы же понимаем, что это, по сути, сейчас единственный поставщик. И цена, которая пошла вверх, говорит о том, что создан дефицит. И мы тоже должны понимать, что он создан, потому что правила игры пишет тот, у кого ручка в руках, у кого транзитные возможности. Сейчас у Российской Федерации. У кого газ, тоже у нее. Да, они требуют, чтобы им сертифицировали Северный поток. И пока это не произойдет, и не произойдет это в консенсусе между всеми европейскими странами, страдать будем в том числе и мы из-за высокой цены. Евгений, деякі експерти говорять, що якщо б ми збільшили, значно збільшили обсяги газу, який добувається, а у нас начебто є такі можливості, то ми б могли самі торгувати, нам би вистачило досить і для у нас такі запаси, які, того, що потребує Україна, і ми б могли торгувати. Країна могла б торгувати, а так у нас роблять приватні структури, які отримують оцей газ, що добувають. Наскільки це відповідає дійсності? Дорогі мої, це абсолютна правда. При нашому потребленні і нинішніх потребностях газу у нас запасів на 200 років. Другий вопрос, що ніхто не займається розвідкою і добичою газу. Все узурпировали лицензии, все на них сидят. Нефтегаз владеет огромным количеством этих лицензий. И мы бы свинопровод могли бы сами выкористовывать. Конечно. Вот представьте, и если бы 7 лет назад Порошенко не рассказывал, что покупка газа «Газпрома» через Словакию – это энергонезависимость, а все свободные ресурсы направил на геологоразведку и добычу, на разработку перспективных месторождений, то вполне возможно, у нас бы сейчас не было этой проблемы. На самом деле, если бы частному бизнесу дали гарантии невмешательства административного и гарантию, да, незыблемости налогового кодекса на ближайшие 10 лет, не вот так, как сейчас 56.00 принимают, да, вот нам показалось, кто-то много зарабатывает, давайте введем налог, давайте повысим акциз и так далее. Когда правила будут незыблемы, и частный инвестор тоже будет это делать. И тогда мы действительно можем быть нетоэкспортером. Да? То есть мы можем добывать больше, чем мы потребляем внутри страны. Есть боженькая поцелованная земля. Даны все ресурсы. Мозгов только не хватает иногда. Ну, і як тут не згадати про останнє інтерв'ю вже колишнього екс-глави наглядової ради «Нафтогазу», який сказав, що насправді газ коштує гривні за один кубічний метр, а ми його продаємо за 7, за 7,5. Да? От після таких заяв, як, от це я спитаю в зв'язку з тим, що у нас наглядова рада мінялась сьогодні на «Нафтогазі», там йдуть якісь процеси, да? І от як з цим бути? От якщо офіційно прозвучали такі цифри, чи має втрутитися, я не знаю, РНБО, антимонопольний комітет, ну тому що фактично «Нафтогаз» є монополістом в країні ж? Смотрите, я возглавлял комиссию по топливно-энергетическому комплексу Харьковского областного совета. У нас было такое предприятие, есть Шебелинка газдобыча, это одно из крупнейших предприятий, которое добывает газ. Я знаю много частных газодобытчиков, но не совсем правда насчет гривны. То есть себестоимость, если взять в среднем по стране, где-то 2,5-3 гривны. Но это все равно в 3 раза дешевле, чем этот газ отдает нефтегаз нашему населению. По Конституции недра наши. По идее, все то, что там внутри, тоже наше. В 2016 году я, когда тогда МВФ требовала привести к бездефицитному бюджету бюджет нефтегаза, я понимал, что это все закончится повышением цены. Я зарегистрировал закон, легко проверить, 52,90 о справедливой цене на газ. Простая формула. Цена добычи, цена переработки, цена транспортировки, плюс учетная ставка Национального банка Украины. Ну, если Национальный банк считает, что это средняя рентабельность. Ну, хай будущее, что-то на разрубку новых. 3000 гривен так была бы цена вот по сей день.
Ни одна из фракций тогда не поддержала и даже не вынесли на согласительный совет этот законопроект, потому что везде торчали уши лобби и тех, кто паразитирует на нефтегазе. Нефтегаз – это вообще конструкция, ну, ненужная. То есть это конструкция, чтобы всех запутать. Есть газдобыча, есть трансгаз, то есть есть предприятия, которые что-то делают и что-то производят. А это паразит, который имеет сводный какой-то баланс, в котором все теряется, на котором оздоравливают своих родителей, представителей так. наблюдательных советов. Что это вообще за люди, объясните мне? И почему иностранцы зачем-то у нас наблюдают, а еще там, я не знаю, кто там, Виталий Коболев, маме миллионы долларов в Штаты. Що вони, до речі, ще й курують всі ці угоди по газу. Без них неможливо угоду заключити, розумієте? Смотрите, нас рейдерят, поэтому все ключевые рычаги управления страной взяли под свои руки. Ну, давайте назовем так, заинтересанты в виде семи посольств. Да? У всех разные сферы влияния. Великобритания, Соединенные Штаты, Европа, все извлекают выгоду из-за того, что нам плохо. Смотрите, когда нам совсем плохо стало, мы согласились и землю продать, и базы тут чьи-то разместить. И 10 мільйонів наших граждан отсюда уехали. Що нам так вже стало погано, так? От я не розумію, чому? Потому что когда... Смотрите, вот плохо вам и плохо правительству – это две разные вещи. Да, можно констатировать, что наш народ лучше жить не стал, но мы как-то еще там выживаем, сводим концы с концами. А у правительства простой индикатив. Он чего-то не заплатил из социальных стандартов. Зарплаты, пенсии – все, катастрофа. Завтра выйдут люди и сметут. И тогда получается, когда в бюджете дыра, у нас все бюджеты дефицитные, то выровнять их можно за счет Международного валютного фонда или облигаций внутреннего государственного займа. Это такое изобретение Маркарова и Яценюка в свое время, да, великое, когда, по сути, внешние займы приходятся, и валютные спекулянты выкупают наши ценные бумаги под рекордные проценты. Этого просто не видит народ, да, это сложно залазить. Смотреть, как размещались, так, какие были его банды и все остальное. Так, але... Это надо просто регулярно публиковать, а цифры, они же перегружают. Неважно, мы живем в гораздо более худшем финансовом диктате, когда нам дают денежку под высокий процент, который оплачивает наше население, еще и под политические требования. Разрешить вот это, разрешить экспорт леса кругляка, да, взять себе переселенцев, вернее, беженцев там из Афганистана, наплевав на своих переселенцев и так далее. И власть вынуждена это делать, иначе ей МВФ не закроет дырочку какую-то. И в результате народ выйдет на улицу и будет ее сносить. Поэтому нами управляют через такие простые механизмы. Плюс гражданское общество, плюс наблюдательные советы, плюс международные эксперты, которые теперь еще нашу Фемиду будут реформировать и так далее. Нас взяли крепко в оборот. До речи, про международную Фемиду. Парламентская ассамблея Рады Европы, это сегодня сьогоднішня новина, остаточно відхилила подані Україною кандидатури на посаду судді Європейського суду з прав людини. Розумієте, от з одного боку до нас сюди заходять європейські експерти в суддівську гілку, да, в комісії. Не будемо людей обтяжувати, які саме, там, зетики, не зетики, але від них буде залежати, хто стане суддею. А з іншого боку, наші кандидатури в ЄСПЛ ніхто не бере. Смотрите, здесь вообще вот философия, да, когда нам говорят, что должно быть все независимое в нашей стране. Всегда надо задавать вопрос, независимое от кого? Вот как Национальный банк Украины может быть независим от Украины? Вы мне объясните, это инструмент премьер-министра, министра финансов. Это монетарная политика, это эмиссия денежных знаков, то есть это... экономические инструменты, которые придают определенные стимулы для развития экономики, отечественного товаропроизводителя, ну, и всего остального. Скажем, для глядачів, що я так розумію, що коли ми говоримо незалежні гілки влади, там, я не знаю. Они должны не зависеть друг от друга. Так, то есть але вони залежать тільки від закону. Тільки від закону не может повлиять. Смотрите, они все должны быть зависимы от народа Украины. Ведь представьте, раньше президент назначал судью и мог уволить, да? Там через Верховный Совет, мы понимаем, что это была формальная процедура. Что это означало? Что если звонят из офиса президента, ой, это надо немедленно делать, иначе завтра тебя просто лишат работы. Теперь, когда назначение и увольнение судей будет зависеть от трех иностранных экспертов, которые дали международные вот эти семь посольств, то какого звонка надо бояться? И кто-то досудебной вертикалью будет управлять, а кто будет звонить судьям?
какая-нибудь госпожа из какого-то посольства и говорить, какое решение является демократическим и соответствует украинскому законодательству. Судьи должны быть выборны, вот тут потрібно должны быть механизмы. Тут потрібно підкреслити одну річ. Знаєте, а люди, які опонують ваші позиції, вони говорять, що це кремлівські наративи, що це там, я не знаю, рука Кремля, нога Кремля і так далі. Справа в тому, що от хотілося б мільйонам людей, які нас дивляться, да, пояснити просто, що це при всій Дорогі повазі друзі, до західних країн. Любой человек, который говорит о том, что Украина должна быть независимой от любой страны, будь то Россия, Великобритания, Германия, Франция или Соединенные Штаты, что при у нас должны быть свои вертикали. А какое уважение? С ними должны быть прагматичные отношения. Выгодно – делаем. Невыгодно – а за что я должен их уважать? Ну, объясните мне. Ні, поважати, певне, потрібно там західних Смотрите, партнерів взаимно, наших всіх. Я розумію, взаємно. Але приймати тільки те, що для нас прагматично когда, і вигідно. Коли вони предполагають, що ми тут, извините, зулуси или туземці, що якісь їх спеціалісти будуть рішати за 40-мільйонну країну, що ми самі не способні, я виникає, у мене вопрос, а нас взагалі хтось уважає? Взагалі хтось розуміє, який вклад ми внесли взагалі і в мировое развитие, да? И в мировые технологии. Я могу сказать, они, ну, наверное, еще ничего путного не делали, когда мы делали ракеты, которые были, не имели аналогов, да, во всем мире. Но на самом деле, ну, мощнейшая страна. Но мы позволили с собой разговаривать вот так. Навязывать нам вот этот принцип какого-то младшего брата, недочеловека. Мы что, не можем навести порядок у себя в доме? Это кто решил? Чому вони краще нас? Основа демократії, в принципі, це незалежність і можливість, там, по-різному дивитися на релігію, на політичні вподобання і так далі. Можливість для всіх мати свободу слова. От, до речі, в зв'язку з цим... Ви не маєте права, у нас є офіційна ідеологія. И если, не дай бог, ты ей перечишь, ты рука Кремля. Мы ж, вы же об этом задали вопрос, правильно, Наталья? На цьому вихідному було таке прекрасна подія така. Саша Усік виграв... Красавчик. Да, красавчик, гордость. Да. Отримав 4 пояси, став абсолютним чемпіоном і так далі. І він повернувся додому з перемогою. Але в зв'язку з цим... Давайте відео подивимось коротке, я вам задам питання. Я с 23 января начал готовиться. Только мы еще определенно не знали, кто это будет. И все это время до 20 сентября у нас были упорнейшие тренировки, где мы оттачивали свои навыки, которые мы будем показывать в бою. И уже когда появилась информация о том, что мы будем боксировать с Энтони Джошуа, до боя там оставалось там, чуть больше 3,5 месяцев, мы заехали в лагерь для специальной подготовки. А він дав коротке інтерв'ю, коли він був в Борисполі, і там, крім того, йому задавали інші питання, да, як він ставиться до того чи до іншого. Чи Крим? Да. І він говорить завжди дуже чесно, дуже відверто, і, ну, і не завжди подобаються якісь його, можливо, політичні там, погляди і так далі. От як ви вважаєте, в принципі, от єдина унітарна країна, чи має право там не тільки Саша Усік, да, тому що він відомий спортсмен, його люблять там і за його характер, за його позицію і так далі. А просто будь-яка нормальна людина, да, має право якісь свої думки, свої погляди політичні вільно виражати. Друзі, давайте самому. Якщо вони не протирічать, підкреслим, українському законодавству. Давайте з самого початку. Саша Усік – красавчик, герой. Волевой, реально показал, что может украинец. Гордость, позор. То, что мы не могли это смотреть на наших телеканалах. Это ущербная политика, я считаю. Это стыдно. Я думаю, что пол Украины смотрела Усика на РЕН-ТВ. Ну, да, от тут не погоджуся. У всіх країнах, в принципі, люди за гроші дивляться такі матчі, ні? Наташ, ну, от в Британії ж купляють право на... Якщо ми говоримо, що ми один народ, що ми єдина країна, то от якраз такі, як Усік, повинні це зшивати. А коли я читав коментарі, я розумію, що ви говорите, ми унітарна країна. Друзі, ми унітарна країна, визникшая на обломках
четырех империй. Османская империя, Российская империя, Речь Посполитая, Австро-Венгрия. Да мы разные все. Ментально, культурно, исторически. Многие наши регионы еще 70 лет назад входили в территорию Польши, Венгрии, Румынии. Да вдумайтесь в этом. Мы унитарные, потому что так кто-то решил в 91 году. Большинство успешных стран Европы, а мы же европейцы, как раз имеют федеративное устройство. И они сохраняют эту разность. И смотрите, никто из них не рассыпался на самом деле. Но это позволяет просто выстроить баланс отношений регионов и центра. Просто наша власть вот тут, тогда, когда рушился Советский Союз, хотела урвать побольше. И сделать такую централизацию с центром в Киеве, чтобы все регионы приезжали на поклон, чтобы какой-то товарищ определял за всю страну. Она разная, не получается. Зараз такий тонкий момент у нас виникає. Дивіться, у нас є Конституція. За Конституцією ми єдина країна, да? Да. Ми унія. І коли ми коли ви починаєте говорити про федерацію, скажите, ви практично порушуєте конституцію. Скажіть, а Італія, яка я насправді, чому я нарушаю конституцію? Ви ж спросили, є ли мнение? Я взагалі політик. Я маю право на любое мнение. Я не призываю к чему. Я призываю к возврату території, к інтеграції Донбасу. Власть не хоче. Вона клеймит то, що я хочу вернуть Донбас. И говорю, как это сделать, то она почему-то меня обвиняет в сепаратизме. Друзья мои, мы получили огромную страну в 91 году. Она никогда такой большой не была. 30 лет. Политики, не будем говорить, кто был прав из президентов, кто не прав. Но смотрите, на нашей территории война, мы не контролируем Крым, 10 миллионов наших граждан за границей. И если все страны нарастили ВВП в 2-3 раза за эти 30 лет, мы потеряли 30%. Неужели непонятно, что если сейчас даже не искать виноватых, путь был неверно выбран? Почему мы решили, что мы... Ну вот смотрите, мы де юре парламентская президентская республика. То есть парламент главный. А у нас парламент главный? Точно. Вот тут, когда президент нарушает Конституцию, влазя буквально в каждое дело, да, все контролируя, все назначая, еще задействовав СНБО, да, как політика неправової, извините. Зараз про це поговоримо, да, і про останні голосування, але у нас зараз на зв'язку Сергій Шахов. Ми декілька питань задамо. Сергію, вітаю вас. Вітаю. Вітаю. Я бачу, у вас вже ніч за вікном. Сергій, дивіться, ми почали говорити... Я взагалі Колома Харківської області, Євген знає, де це? Що ви там робите, Сергію? Зустрічався з людьми, зустрічався з нашим краєм. Зрозуміло. Сергію, скажіть, будь ласка, а ви особисто згодні з законом антиолігархічним? Ви вважаєте це прогресивним законом? Перш за все, я не голосував за цей закон, тому що він повністю, там повністю відсутність того, що декларує влада. Це перше. По-друге... А наш край голосував? Скажіть, будь ласка. Ні, наш край не голосував. Ні Вельможний, ні Сухов. Я пояснюю. Тому що в законопроекті зовсім не закладено про олігархічні кола, які повинні повернути монополію. Там закладено повністю розподіл, розпіл і відбирання, розподіл і потоків, які сьогодні йдуть між олігархами та владою. Ми бачили, ми поверталися, Наталія, з вами до того питання, що РНБО прийняло рішення і зупинило типу контрабанду, і повинно було наповнитися 600 мільярдів гривень бюджет. 1 квітня вони, мабуть, приймали це рішення, бо жодної копійки бюджет держави не отримав з цієї контрабанди, яку зупинили. Також по олігархам. Я вважаю, що влада хоче повністю розподіл зробити потоків, монополій державних і керувати тими потоками. Ровно через півроку, я вважаю, що Євген Мураєв підтвердить мої слова, півроку ми подивимося, як вони поборять олігархію і як олігархи типу дриминуть з країни. Нічого такого не станеться. Те, що сталося напередодні з пригодою там шоу влади, повірте мені, від цього в холодильниках у людей нічого теж не з'явилося. І олігархи, яких вони хотіли б там покарати, теж нікуди не зникнуть, повірте мені. До речі, про холодильники. От ви зараз кажете, що ви в селі на Харківщині, а про що люди говорять? Ви з ними зустрічалися? Так, я сьогодні зустрічався з людьми саме в цьому ОТГ. Що тривожить найбільше? Говорили про те, що
розібрали завод цукровий, і до мене зверталися люди. Влада відібрала і хоче відібрати останній ставок, де зариблений у людей, у підприємців. Головне питання стояло на зустрічі – це транзит газу по плата за транзит газу, не транзит газу, за оплату постачання газу по їх трубам, чому вони їх побудували, і повинні платити по 450 гривень за ці труби далі. Сьогодні є перерахування за газ, наприклад, людина повинна 1000 гривень, а їй нараховують лишніх 500 гривень, і немає до кого біжати. Далі, чому сьогодні я приїжджав саме в Коломі, де добувають газ, чому український газ ми повинні купувати через прокладки швейцарські, або купуємо зараз по європейських цінах, коли добуваємо його по гривні. І також з Нафтогазу України звільнили чиновника, який відкрив свій рот і сказав, що добувається газ по 1 гривні. А сьогодні мені телефонують голову ОТГ і кажуть, що заключають договори по 30 гривень за кубометр. Ви уявляєте собі, яка ціна для шкіл, для держслужбовців складається сьогодні на плечі людей? От саме головне питання – це був геноцид тарифний в Україні. І коли це закінчиться, буду говорити про це з трибуни. Дякую за включення. Ну що ж, в принципі, на все добре, Сергію, дякую за включення. Все зрозуміло, людей хвилюють. Абсолютно конкретні питання їх життя. Наташа, я кожну суботу їжу по регіонам, я вам можу сказати, у людей совершенно другая повестка дня. Тобто у людей, звісно, волнують, як вони переживуть зиму. В первую очередь, чем будут кормить детей, закроют ли очередной раз школы, закроют ли детские сады, с кем они их оставят. Сергей сейчас очень оптимистично говорит о 30 гривнах. Уже поставщики ставят цену 34 тысячи за 1000 кубов. И это же коснется абсолютно всей соцсферы. То есть та гарантированная цена, которая втрое выше себестоимости, да, ну, которую с барского плеча правительство отдает населению и предприятиям Теплокоммунэнерго, не включает в себя ни детские сады, ни больницы, ни школы, ни учреждения образования. То есть, а где брать громадам? У громад возникает огромный дефицит. И у них нет там вильных залишков або перерозподілу, да, від перевиконання бюджету. Нічого цього нема. Пусто. Знаєте, мені завжди дивно, як люди сприймають деякі речі. От я часто чую, що коли ми там обговорюємо ці там закони, які останніми голосувалися, в тому числі і антиолігархічні, люди кажуть, так ви що, захищаєте олігархів? Mm-hmm. От ви проти цього закону, да? Друзі мої. І люди не розуміють, що, можливо, да, постраждають не олігархи, якщо чесно. Постраждає промисловість українська, постраждає звичайний громадянин, піднімуться ціни і так далі. От, друзі мої, чому люди не можуть прорахувати ці речі? Я об'ясню. У нас з олігархами борються от стільки, скільки вони существують. І ні одного пострадавшого я поки не бачив. Що відбувається зараз? Що на самом деле відбувається? Но этот закон на самом деле никоим образом не решает проблему концентрации монополии в одних руках. У нас, во-первых, для этого есть чудесное законодательство, да, антимонопольный комитет существует как орган. Есть мировые практики, там акты Шермана, Соединенные Штаты, мировой опыт, да. То есть этот закон совсем про другое. Про что этот закон? Во-первых, этот закон нарушает Конституцию. У нас никто не может быть дискриминирован ни по какому признаку. Там расы, веры, там языка, на котором говорит, место жительства. А тут просто берут и три критерия. Да? У тебя 80 миллионов долларов, у тебя медиа и какой-то вплыв там экономический. Политичный. Друзья, кто это будет определять? А, Данилов. Как сразу не подумал. Но этот же гений современности, да, современный. Вот он просто придет и решит все наши проблемы. Что по факту происходит? Закон принят против Медведчука и Порошенко. Это первая задача. И против всего бизнеса, который может, не дай бог, подумать, что он может помочь каким-то другим политическим партиям, кроме провластных. То есть сейчас в ручном режиме у Данилова механизм любому бизнесмену сказать, ты сумки, пожалуйста, сюда заноси. Потому что если ты захочешь кому-то помочь, мы тебя олигархом назначим. У тебя 80, друзья мои, 80 миллионов долларов, кажется, колоссальная сумма, да, вот для нас с вами. Это недостижимо, это точно очень богатый человек и нажил неправедным путем.
открываете Forbes Украина и видите, что первая сотня заканчивается на 150, самый бедный из первых 100 богатейших людей Украины, заканчивается на 150 миллионах. То есть сколько еще тысяч людей попадет с суммой 80? Айтишников, аграриев, ритейлеров, там, руководителей производственных предприятий. Сложно представить, это огромный пласт. Но это точно не олигархи. Это контроль финансовой системы. Это контроль медийной системы, и сделано это с той целью, чтобы узурпировать власть и не позволить родиться альтернативе Зеленскому. То есть, друзья, у нас происходит на глазах построение авторитаризма. Причем это полностью нарушает Конституцию. Смотрите, как быстро они спешили. Они же понимали, что скажет Европа. Они же что сделал Разумков? Ну, вот тут я его поддерживаю полностью, да, хотя, в принципе, он разделяет те же ценности, что и Зеленский. За Европу, за НАТО одинаковые, да, он идеолог был партии «Слуги народа». Но он сказал, ребят, мы идем в Европу, ну, давайте хотя бы в плане гармонизации нашего законодательства спросим у Венецианской комиссии. Давайте отправим, подождем неделю, а что изменится? Скажите, а что бы реально изменилось? Вы верите, что наполнится бюджет? Дорогие украинцы, смотрите, мы уже приняли народовластие. Вы же уже, наверное, на третьем референдуме определились, какие вопросы для вас важные, да? Тем ли курсом идет страна. Ну, правда, Зеленский же уже после народовластия 3 референдума провел. Сняли неприкосновенность народных депутатов. Но все же зеленые, кто попадал в аварии, там, наркотики употреблял за рулем, кто на взятке был пойман, да? Кто был там записан при лоббировании законов за деньги. Уже же все сидят, правда? Ну, нам же надо было снять неприкосновенно, чтобы навести порядок, убрать политическую коррупцию. То же самое будет и с этим. Смотрите, видосик будет отличный. Результата не будет. Весь бизнес пойдет на ковер. Правильно сказал Шахов. Ну, вроде бы победили всех контрабандистов. Скажите, а почему таможня больше денег точно принесет этот закон? Сейчас все люди, которые с деньгами, окончательно подумают, что инвестироваться надо не в Украину, а инвестировать надо в любое соседнее тоталитарное государство. Ну, я сейчас в кавычках говорю и с улыбкой, да, ну, в любое, куда угодно. Потому что мы становимся тоталитарнее, дальше некуда. У нас по щелчку закрывают телеканалы, назначаются виноватые, без суда и следствия, и люди сидят под арестом. И завтра точно так же, если вы думаете, смотрите, ну, начиналось же все весело с Медведчука. Мы все его с вами дружно не любим. Мы понимаем, кум это кого, да, чем он занимается и что он зарабатывал деньги на войне. Но все не любим. Кто-то субъективно, кто-то потому, что он политический оппонент, для кого-то он угроза, а кому-то он просто не нравится. Но все смолчали. После этого закрыли 3 телеканала, после этого начали назначать виноватых где угодно. Дальше будет больше. Дальше будете вы. Дальше потом, ну вот просто, ну, а представьте, вот как классно можно. А можно же было принять решение, чтобы комики не могли принимать участие в политике? Или люди в очках, допустим. Или женщины легкого поведения. А где разница? Где грань между этим? Ведь это идет избирательное правосудие. Хочу вам декілька питань ще задати по міжнародним. Тому що сьогодні було два таких досить гучні заяви. Президент Росії Путін вважає, що розширення інфраструктури НАТО на території України означало б для Москви перетин і червоних ліній, як він сказав. Да? І Пісков підтвердив, да, от скріни цієї заяви є. А в той же час, да, і виступив Лукашенко, який сказав, що ми з Росією зробимо, якщо буде НАТО, то дії, які забезпечують безпеку двох уже держав. Отже, вони просто зробили заяву, що вони разом будуть протистояти цьому. Уже на тому боці, так, Білорусі ще там рік назад робила вигляд, що вона нейтрально і до Росії, і до нас там відноситься і так далі. Уже все, більше немає таких відносин. Скажіть, а як ми відносимося до Білорусі? І що за останній рік сказала українська влада? Що Лукашенко диктатор? Що Лукашенко негодяй? Україна перша ввела санкції. Яке має бути відношення зі сторони сусіднього государства, которая предоставила мирную площадку для нас и через которую огромное количество экономического транзита, ну, который запрещен, да, санкционно для ввоза на российский рынок, туда попадало, обеспечивая рабочие места в Украине. Но еще раз говорю, да, иногда наша власть делает очевидные глупости просто чтобы понравиться людям за океаном, вредя собственному народу. Я считаю, что это преступление. Теперь касательно слов Путина. Дорогие украинцы, я рад,
дожить до того момента, когда Путин начал говорить нарративами Мураева. А еще ему помогает Лукашенко. Я еще в 2014 году говорил, что... Тут будет и Брежни. Почему? Ну, вы же рука Москвы, так что... Так, нет, да. Получается, Москва радует, рука Мураева. Вы понимаете? Я еще с 2014 года говорю, что безрезультатное стремление в НАТО, безрезультатное, потому что нас туда не возьмут, да? Уже же нам, слава богу, 7 лет прошло, и нам говорят, еще 20 лет потерпите, может быть. Уже и НАТО трещит по швам. Уже и новый альянс Штаты сделали с Великобританией и Австралией. Уже и Францию кинули, да? И уже все в Европе говорят, что а зачем нам такое НАТО? Но мы все равно туда стремимся. Стремление нас в НАТО как раз раздувает конфликт на востоке страны. Потому что это предохранитель. И Россия будет финансировать неподконтрольные, незаконные вооруженные формирования для того, чтобы этот конфликт не прекращался. Потому что если нас в НАТО возьмут с конфликтом, автоматом все должны начать воевать с Россией. Но этого же не будет, мы все понимаем. И весной, да, мы, ну, когда вот у нас была эскалация на границе, русские проводили учения, ВСУ стягивало войска. Зеленский же проехал по всему миру в помощи, поддержке. И что ему сказали во Франции, в Германии и в Соединенных Штатах? Не надо нападать на Донбасс, и Путин прямо сказал, что они вмешаются, там граждане России. То есть это было очевидно. Друзья, я объясню свою логику, почему я говорил это в 2014 году. Мы огромная страна, с огромной территорией, с выходом к морю, с огромным населением по европейским меркам. Мы очень крупные. Если мы присоединяемся к НАТО или к военному блоку России ОДКП, мы меняем вообще политический ландшафт, военный. Мы кого-то усиляем. Поэтому, как только мы мигрируем в сторону России, нам устраивают Майдан. Только мы начинаем мигрировать в НАТО, у нас Донбасс. И он будет продолжаться. Мы, когда получили свою независимость, до этого Украина принимала декларацию о суверенитете. Если я не ошибаюсь, 90-й год, еще до референдума. Там мы четко записали, что Украина будет не блоковым, нейтральным государством. Мы дали гарантию мира в обмен на свою независимость. И самостоятельность. Ну, а потом же политика изменилась. И у нас начались проблемы, дорогие друзья. Я почему и говорю, я не хочу сейчас искать виноватых. Кто начал нарушать правила? Евгений, вы понимаете, Ющенко, адже багато людей в Украине, дуже багато, вважают, что наша, если мы зайдем в НАТО, это для нас будет гарантия безопасности. Потому что Россия... А кому НАТО помогло, скажите? Афганистану, может быть? Так это был партнер вне НАТО. Причем с сумасшедшим финансированием. Друзья, но Прибалты знают, что если русские... Афганистан был партнером Штатов Америки, а не в НАТО они были. Еще раз. Ну, они же были позаблоковым партнером Сполучених Штатов Америки. Они же никогда не были в НАТО. Смотрите, у них был тот статус, который Украина стремится получить в НАТО на сегодняшний день. Но дело не в этом. Еще раз говорю, Третья мировая война из-за Украины не начнется. Это надо понимать. Это надо четко для себя осознать. Второе. История не имеет сослагательного наклонения. Мы уже не были в НАТО. Но вот стремление в него, да, привело к аннексии, привело к конфликту на нашей территории. Потому что это выгодно соседнему государству, и оно защищает свои интересы. Потому что НАТО – это против блока ОДКБ, против России. Почему наши политики сделали нас инструментом и передовой, мы зададим им еще этот вопрос. Но смотрите, прошло 30 лет. И уже 7 лет с начала АТО, ООС и всего остального. Друзья, ну может мы наконец-то поймем, что дальше кричать эти речевки – это разрушать свою страну. Еще одно питание. Сейчас уедет еще миллион наших граждан. Кем мы потом будем восстанавливать страну? Смотрите, уезжает молодежь. Пенсионеры нам не нарожают следующее поколение. Молодежь уезжает со следующим поколением украинцев. Нас останется 15 миллионов. Еще одно питание. Сейчас это не поменять. Дивіться, пам'ятаєте, ну там скільки півроку, більше ніж півроку тому назад, сформувалася ТСК по вибухам на військових складах. Да. І навіть вже були заяви, і Давид Рахамія, і Ірина Врещук підтверджували це, говорили про те, що версія про російський слід ну, не витримує критики, що все-таки події, скоріш всього, були пов'язані з тим, що до
цих вибухів був аудит, були серйозні нестачі зброї і так далі. Але сьогодні генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що причиною, це в Фейсбуці вона написала, причиною пожежі вибухів боєприпасів в Калинівці Вінницької області в 17-му році, ви пам'ятаєте, там було жахлива просто історія, стала диверсія, саме диверсія. Версія вчинення вибуху на 48-му арсеналі шляхом проникнення сторонньої особи на територію частини і так далі. Отже, різні позиції. Друзі, генерального прокурору і преступлення розкривається спустя 4 роки. От спустя 4 роки вони неожиданно обнаружили, що хтось проник, да? Сліди диверсанту. Или хтось денежку завел. Смотрите, вот а вы обращали внимание, с чем, кстати, талибы воюют? А кто мог денежку завести, как вы кажете? Ну, того, кого подозревают, наверняка. Друзья, вот смотрите, с чем воюет Талибан? Обратили внимание? АК-47, РПГ. Ну, чтобы вы понимали, большинство военных конфликтов в мире сейчас проистекает, с одной стороны, точно советское оружие. И им торгуют. Есть и серый, и черный рынок, и какой угодно. И как вы думаете, откуда оно берется? Вот кто в санкционные вещи официально что-то продает? Никто. Это берется с вот таких советских складов, которые остались в странах Варшавского договора. Я не говорю, что это мы Талибан там вооружали. Но это в том числе оружие, которое осталось еще после советской эпохи. И оно продается, и перепродается. И поверьте мне, в этом тоже участвуют нечистые на руку чиновники Министерства обороны различных стран. А потом нас спасет, помните, как в этом фильме? Нас спасет только кража. Помните, операция «И» или как этот фильм назывался? Вот, а потом они это просто подрывают. Смотрите, русским это точно невыгодно делать, объясню почему. Что такое стандартные НАТО? Это в первую очередь переход на их вооружение, на их патроны, на их калибры, на их автоматы. Ну так если мы они не хотят, чтобы мы пришли в НАТО, зачем же нам помогать разоружать старое советское наследие? Ну это же глупость. Тем более в Виннице. А у меня второй вопрос. А где мое СБУ, если Винница, ну самый центр Украины, диверсант попадает в воинскую часть? Вы мне объясните, это как? Это не сопряженная территория, это не линия соприкосновения, но это прямо сердце-сердце Украины. Это сколько тут от Киева? 200 километров? Ребят, ну что происходит? Ну сколько нас можно кормить этой лабудой? Пока не будут наказаны все, кто в этом виноват, пока власть не начнет очищаться, ей не будет никакого доверия, и не будет никогда порядка. Но военные же смеются. То Геращенко расскажет про какой-то дрон. А как дрон залетает на такую территорию? Ну, они вообще сповна розума. Ну, вы понимаете, что дрон нельзя управлять за 200-400 километров? Ну, это же абсурд, который бросает управляемый фугас. Друзья, мне кажется, они нас просто держат за идиотов. И чем быстрее они поймут, что мы им не верим, тем быстрее мы начнем все-таки чинить свою страну. Еще раз говорю, мы проходим точки невозврата. Вот вам может нравиться то, что я говорю, или не нравится, но вы помните, что тут жить вашим детям и вам получать пенсии. Вам уже говорят, что вы пенсии получать не будете. Через 10-20 лет мы были... у кого же мы были? У вас, Наталья, да, в передачах, где был Качка? Или у Васи Голована? У Васи, ну на Украине 24. И выходит замминистра такой весь веселый, розовощекий, перед этим возглавлял торговую палату Америки в Украине, а потом возглавлял фонд Сороса Возрождения. А теперь он у нас замминистра. И говорит, вы знаете, а я на пенсию не надеюсь, и вам не надо. Ну классный пацан. Но тут все платят каждый день, ЕСВ отчисляют в надежде, что когда они состарятся, хоть в какой-то доле малой государство вернет все то, что государству дадено. А он сразу предупреждает, ребят, нет, не будет. Так может шею гнать все-таки наступного, как-то пора? Наступного тижня будут голосоваться дуже серьезные законы. Да? 56-00, еще ряд законов, ну и зрозуміло, что будет... Наташа, тоже абсурдный закон. Друзья, 56-00 – это закон о повышении налоговой акцизы. Сразу говорю, акцизы – это заплатите вы, потому что это все товары подорожают, это инфляционный процесс. Повышение налогов, что это означает? Смотрите, вот не нужно изобретать велосипед. После всех военных времен, после кризисов, всегда все правительства мира шли по пути снижения налогов и дешевых денег, то есть дешевых кредитов. Ну, можешь создать рабочие места, Данила возьми Гетьманцев деньги. Данила Гетьманцев каже, что это не підвищення податків, а це просто досить серйозна спроба вивести
на світло економіку, що ми просто примусимо платити. Фіскалізація економіки заганяє її в тінь. Я вважаю, що треба вводити розги. Я вважаю, їх треба сечь. Наташа, их просто надо сечь. Кого но самое? Вот этих представителей власти, этих гениев, которые каким-то ветром туда занесло. Вот они действуют в обратной парадигме здравого смысла и мирового опыта. Тоді... Вот они делают все наоборот. Тоді спробую спочатку ще задати це питання. На наступному тижні, знову починаю, будуть голосуватися ряд серйозних законів, в тому числі і, можливо, як кажуть всі депутати «Слуг народу», потихеньку, скажімо, коли там в особистих розмовах, що буде розглядатися кейс Разумкова. І як ви вважаєте, от зараз будуть збиратися в Трускавці, якраз у зв'язку з чим? Будуть нову ідеологію обговорювати, стратегію, візію майбутнього, чи все-таки голосування оцих наступних найближчих тижнів? Скажіть мені, будь ласка, ви розумієте хоч один успішний кейс Зеленського за границю? Смотрите, я коротко, реперами. Встреча с Байденом, с Макроном. Нет совместной пресс-конференции. На дипломатическом языке это означает беда. Встреча в Германии. Рахамия выходит и говорит, Зеленский рвал и метал, с Меркель встреча прошла... Не Рахамия, простите, Арестович. Неудачно. Смотрите, поражение по всем внешним фронтам. Что делать украинской власти? Как вы могли сплутать Рахамию с Арестовичем? А чем они отличаются? Это жартон. Не, хотя Арестович более интеллигентный и образованный, кстати. Вот с точки зрения эрудиции человек более прокачан, чем Дэвид Браун. Друзья мои, но смысл в чем? Внешней поддержки больше нет, она тает. Вызовы на самом деле катастрофические, и непонятно, что делать. Вот мы про газ поговорили, да? Ну вот я говорю, люди, во-первых, мы за это заплатим, своей инфраструктурой и всем остальным. А во-вторых, представьте, сейчас нужно дотировать регионы, то есть надо увеличивать расходы бюджета. А доходы бюджета падают, потому что остановилась вся химическая промышленность. Завтра еще ряд отраслей станет, потому что при цене газа больше 30 тысяч – это нерентабельно, это невозможно производить и продавать. Плюс люди пойдут на биржу труда, да? Они опять-таки сядут на загривок государства, а этих доходов нет. На внешних рынках никто не поможет. Ну, надо, значит, обнимать своих, вот так и говорить, детки, ну что вы со мной, да, и убеждаться в том, что еще есть на кого опереться, попугать их, погладить, для того, чтобы завтра начать закручивать гайки всем остальным. Но другого варианта просто, ну, это, знаете, эти провалы и отсутствие поддержки, скорее всего, побуждают к построению такого автократии. Достаточно серйозно. І судя по тому, що відбувається, я думаю, що політичної мудрості не хватить цього не робити. А чого ви так цього боїтесь? От ряд експертів говорить, що я знаю український народ. Для того, народ. Щоб провести реформи, ну, потрібна автократія. Інакше не я знаю український не народ. На фоні падіння рівня життя, на фоні попытки поразити в правах населення, забрати у них права і свободи, це все виплеснеться на вулицю. Я категорически против уличной демократии. Мне не нравится Зеленский. Мне не нравится его власть. Я считаю, что у него все три правительства неудачные. Я считаю, что они создают фантастические проблемы собственному народу, государству, и даже не способны это признать, признаться в этом, попросить квалифицированной помощи. Но я против уличной демократии. Она неконтролируемая. Любые процессы, которые могут вылиться на улицу, как правило, как пену, да, поднимут не самые лучшие элементы нашего общества, как мы уже видели после двух Майданов. Мы это будем очень тяжело отхаркивать, на самом деле. И третьего Майдана можем не пережить объективно, как бы это ни звучало. Смотрите, на нас смотрят Польша, ей хочется справедливости и забрать Галичину. Венгры вкладывают деньги в Закарпатье. Вот были в Измаиле, румыны в Измаиле, одна из самых беднейших наций, входящие в Европейский Союз, но вкладывают денежку в нашу территорию, потому что верят, что эта территория станет их. Опять-таки, Россия и Белоруссия сказала свою оценку. Просто если у нас начнется глобальное противостояние, нас просто поделят. И потом, друзья мои, если кто-то думает, что как это, лучше ужасный конец, чем ужас без конца, поверьте мне, это десятилетие переходного периода. Посмотрите, что с Косово, да, и сейчас какие там процессы развиваются. Ну, хочется думать о такие речи. Как эта страна называлась? Вылетела из головы. Сербия, Албания, Герцеговина. Как она называлась? Югославия. Босния, а Югославия. 91-й год, друзья. 30 лет прошло, они еще
нормально себя не чувствуют. И у них опять поползновение там, этнических конфликтов и всего остального. Лучше сохранить свою страну, надо просто пересмотреть правила игры. 30 лет неправильных правил. Неправильные политики, вы говорите, да, потому что у вас не было механизма отзыва, потому что не было системы сдержек противовесов. Я предложу новую формулу страны 7 ноября. Блиц. Блиц Евгенія Мураєва. А як ви ставитеся до тотальної вакцинації? Друзья, обов'язковий, скажімо так. Это ваш выбор, но я считаю, что это глобальный идет эксперимент над всем человечеством. Это не я так считаю. У меня большое просто количество коммуникаций с врачами. То есть у них есть особый... Но же мова не про чипы, я надеюсь. Нет, не про чипы. Друзья, нельзя разработать вакцину за год и знать, как она скажется на ком-то через 5 лет, как она скажется на втором поколении. Должны пройти годы. Да, обстоятельства в мире, конечно, сумасшедшие. Огромное количество людей погибло. Поэтому власть идет на какие-то компромиссы, да, с существующей угрозой и с потенциальной. Як тут оптимально? Ніхто не має права вас заставити це робити. Попытаться ограничить право. Будете робити вакцину? Друзі, у мене всі в сім'ї переболіли. Папа умер, я не заболел, антител нет, прививатися не хочу. Отак ви вирішили? Це моє рішення. Чи використовуєте ви в житті і в своїй діяльності цей новояз, сленг такий там? Накшалт ватники, вышиватники. Я смеюсь с этого. Друзья мои, смотрите, это политика разделения нашего общества. Она привела к конфликту на Востоке. На этом очень долго паразитировали. Смотрите, я же выходец из партии регионов. И партия регионов, и оранжевые. Вот эта же система раздела. Но смотрите, прошло 10 лет, и я это вижу. Я это вижу, как играли на моих ценностях. Да, я никогда не поменяюсь. Для меня 9 мая, 9 мая. Для меня уважение к старшим, к своей истории, она всегда останется. Но я понимаю, вот сейчас проехав даже Украину, что Западная Украина другая. Потому что она перед этим была Польшей до Второй мировой войны. Потому что там своя вера, свои подходы. И нам повезло, что теперь это наша страна. Нельзя натянуть сову на глобус. Нужно просто дать новые правила. Нужно дать больше культурной автономии регионов в рамках одного государства. Ничего от этого не рассыпется. Но если так сделать, политики больше не смогут спекулировать на этих ценностях. Не будет Порошенко, не будет Медведчука, они канут в лету. Они будут не нужны, потому что мы будем говорить об экономике, о количестве рабочих мест, которые надо создать. Друзья, чтобы вернуть себе страну, нам надо вернуть своих граждан. И не тех, которые в неподконтрольных территориях, вернее, не только тех, но и тех 10 миллионов, которые работают за границей. А значит, надо создать 10 миллионов рабочих мест. Кто об этом говорит? Порошенко, у него армавир. Может быть, Медведчук, так у него я и Путин. Ну вот на этом нас дробят, и поэтому нас сталкивают лбами. Нам надо отойти от этой парадигмы, нужно выбрать другие приоритеты, другую национальную идею. Чи знімуть Разумкова? Як ви рішите його кейс? Вы знаете, я честно не понимаю. Я не понимаю, это сценарий, и это сателлитный проект, который формирует Зеленский. Типа, если вы против меня, будьте за Диму, а мы с Димой потом в коалицию войдем в следующем парламенте. Или это Димана какая-то игра, я не понимаю. Вот честно не понимаю. Если бы хотели снять, сняли бы еще месяц назад. Но вот месяц назад. Короче, голосов не было. Наташа, они все получают зарплату в конвертах. Ви ж бачили, як отримали Лера? Ви на перше це говорите. От ви уявляєте собі, хто з них подає на вас суд? А як ви доведете це? А я ж не назвав фамілії. Друзі, я вам можу, я даю вам своє слово. Два десятка слуг мені говорили про те, що отримують зарплату в конвертах. Не вони, але всі, крім них. От всі, крім них. Даже с цифрами, кто за главу, кто за эфиры, что надо делать, чтобы получать больше. Вы видели, как Лерос получил? То есть его задокументировали, когда вы давали ему деньги. Поверьте мне, так задокументирован каждый, кто эти деньги брал. Не буду говорить, как фамилии. Им достаточно показать, как они эти деньги получали у старшего группы. И они будут делать все, что им скажут. Но раз не сняли Диму, а хайп повышает его узнаваемость, у меня вызывает это сомнение. Вообще он мне симпатичен в некоторых вещах. Я считаю, что парламент – это главный. И это, кстати, в
Конституции записано, мы живем в парламентской республике. Я считаю, правильно он проверяет документы в европейских инстанциях. Если мы, ну, если они, я не верю в то, что нас возьмут Евросоюз, и Европа в это не верят, но если они живут этой целью, или, по крайней мере, делают вид, то хотя бы надо вести себя согласно с европейским законодательством, правильно, и пытаться хотя бы как-то представлять из себя демократию. Поэтому с точки зрения коллективного Зеленского, да, и того, что они обещали, Дмитрий из них самый порядочный. Но вот игра эта, или это действительно борьба с ним, ну, покажет время. Час покаже, да. Що має на увазі Путін, коли говорить, що він готовий перейти червоні лінії, якщо ми пройдемо? Велику війну? Друзі мої, давайте еще раз. Вокруг Украины одни ядерные блоки. Блок НАТО, блок ОДКБ. Когда Порошенко, выпрыгивая из штанов, кричит про самую сильную армию в Европе, ну, просто вспомните Хиросиму и Нагасаки. И вспомните, насколько сейчас дальше ушло и точечное вооружение, и ядерное вооружение. Причем цими днями чиновник ООН сказал, что мы на порозе ядерной войны. С кем нам воевать, скажите? У нас любое, ну, мы на Молдову можем напасть, разве что. Со всеми остальными конец понятен. Поэтому они просто, ну, на войне легко зарабатывать. На военных контрактах, которые проходят без конкурса, под грифом «таемно», тырить можно вообще не стесняясь, потому что это проверить никто не может. И это под грифом «секретно» вы никогда не узнаете. Вас просто этой ерундой почуют каждый день. Поэтому нет никаких красной линий. Но все наши вооруженные силы сосредоточены по линии соприкосновения. А у нас несколько тысяч километров границ. Но они могут зайти также через Сумскую область, через Крым. Друзья, я даже не хочу это обсуждать. Я считаю это невероятной глупостью, как и наше тупое стремление в альянс, который нас не собирается брать, который понимает, чем это для него чревато, и который открыто об этом говорит. Поэтому, ну, не будет НАТО. И я вообще считаю, что будет объединенная Европа. Друзья мои, я верю в концепцию Шарля де Голля. Сейчас, когда объединяются англосаксы и Океания против всего мира, они присоединят туда Индию. Два питання до вас, а у нас нам нужно хвилини. Работать и стать площадкой объединения России и Европейского Союза. Без нас это невозможно. Мы яблоко раздора должны стать центром этого объединения. Евгений, и поверьте, так будет. И Китай потом к себе надо забирать. Вы с Харківської області, хочу вас питати. А експерти по Харкову кажуть, що після от останні вибори, да, в Харківській області були пов'язані мера, да? Були пов'язані з тим, що була якась негарна історія, пов'язана зі смертю Кернеса. А як ви думаєте, чи дійсно мало місце бути, так що, скажімо, от вже людини не було, а робили вигляд, що вона ще є? Ну, Наташ, смотрите, я не гадалка. Я можу сказати, я знаю обоїх. Ви ж інформована людина досить про те, що відбувається. Розумієте? Про кандидатів не говоріть. Смотрите, нічого. Я видів, як... Я тільки питаю про цю історію. Ну, ми ж не можемо зараз агітувати ні за кого і не будемо. Смотрите, я політик, да. Я харківчанин. Я очень люблю свой город. Я очень уважаю харьковчан. У нас 300 тысяч студентов, 80 вузов. Я про историю это цю питаю. Интеллигентнейшие люди. Я не хочу навязывать им свое мнение. Могло быть так, могло быть по-другому. Я знаю, что украинская прокуратура написала запрос в Шарите. Нам надо дождаться ответа. Я просто очень не хочу стать сейчас инструментом инсинуации и повлиять на выбор харьковчан, не обладая правдой. Но почему я должен придумывать? Друзья мои, ну мы знаем и Добкина, и Терехова с вами. Но придете и примете решение. Посмотрите, стал хуже город. Не стал, работает, развивается или нет. Что предлагает один и второй кандидат? Я свой выбор сделал. Я вам его скажу после того, как проголосую. Не хочу влиять на вас. Ви умніє гораздо, чим всі остальні політики, які переслідують якісь свої вузькі і політичні цілі. У нас хвилина. Останнє питання. Ким ви себе вважаєте? Бізнесменом, політиком, медійником, ще кимось? Наташ, ну я, в принципі, був во всіх трьох іпостасях. Я розумію, а зараз ви хто? Ну, власті дуже хочеться, щоб я був політиком. Друзі мої, я нікого не трогав, але тепер їм наваляю. Тому що вони достали і вам, і мені. Потому что они заплыли за все берега, пересекли все красные линии, наступили на все права и свободы. И так не будет. Мы уже идем за вами.
Ну що ж, сьогодні у нас був Євгеній Мураєв, сьогодні був Харт, і ми говорили про ті події і ті речі, які хвилюють кожного. А я прощаюся з вами до середи, нагадую, ми обов'язково зустрінемося, а ви, будь ласка, бережіть своїх близьких, це вкрай важливо. Побачимось, друзі.